И еще о событиях в стране коротко в нашем обзоре. В Актобе в результате сброса воды из переполнившегося водохранилища резко поднялся уровень воды в реке Сазды. В зоне подтопления оказался весь дачный массив. Водопропускные каналы не справились с бурлящими потоками, которые в итоге хлынули прямо к жилым домам. Спасатели на лодках эвакуировали 68 человек, пятерых разместили в школе, остальные переехали к родственникам. Критическая остается ситуация на реках Илек и Каргала, которые тоже могут выйти из берегов. Штормовой ветер в Жамбылской области без электричества оставил больше 14 тысяч абонентов. Сила ветра достигала 33 метров в секунду. В Таразе повалены деревья и снесенные крыши домов. Ветер повредил здание казармы войсковой части Жамбылской области. А в Байзакском районе упала водонапорная башня медицинского учреждения. Сейчас ответственные службы в срочном порядке устраняют последствия стихии. Больше половины рыб частиковых пород изъяли полицейские из автомобиля «Митсубиси» на трассе Уральск-Атырау. 25-летний мужчина пытался провести ценный груз без соответствующих документов. Как объяснил задержанный, он купил рыбу в Атырау, чтобы потом продать ее в Уральске. Отмечу, это уже третий факт задержания незаконного груза с рыбой. Полицейские Актау проводят профилактические беседы с подростками и их родителями. Последним напоминают об административной ответственности за ненадлежащий присмотр за своими детьми. 32 родителя с начала года выплатили штрафы в размере от 15 тысяч тенге до 35 тысяч за нахождение своих чад в неположенных местах, в том числе в компьютерных клубах. Прокуроры Южно-Казахстанской области предлагают наказывать черных копателей, которые за 4 года вывезли за рубеж больше 60 тысяч тонн солодки. К ответственности в прошлом году удалось привлечь только 7 человек. Общая сумма штрафов составила всего 130 тысяч тенге. Прокуроры бьют тревогу. Они не могут наказать тех, кто добывает растения за пределами лесных хозяйств. Между тем, браконьеры беспощадно уничтожают природные ресурсы, земля деградирует, а налоги в бюджет не поступают.